Мы уезжаем в отпуск. И за тобой присмотрят наши друзья. Откуда у вас на это деньги? Мы копили много лет. И, наконец-то, поедем в тур по лучшим свалкам нашей страны. Я тоже хочу с вами. Кто-то устроил концерт. Прямо здесь? Ого! Арфа? Она самая. О, ты ведь Зоуи. Здравствуй, Пит, Джулия. Рада вас видеть. Иу, запахло бедностью. Тебе у нас понравится. Здесь ее вещи. Ой, мы скоро вернемся. Я буду скучать. Не волнуйся, дорогая. Так, где же ключи? Он выкинул деньги. Вечно у меня в карманах много лишнего. Нашел. Откроешь дверь? Ладно. А как же чаевые? О, милый, как мы могли забыть? Одну секунду. Вот, простите, сегодня только мелочь. Нам так неловко. Обещаем, в следующий раз дадим больше. Ты будешь жить здесь. Как тебе твоя комната? Я попала в рай? Мы подготовили ее специально для тебя. Дорогая, где твои манеры? Можешь осмотреться. Здесь все настолько красиво. Моя золотая, почему ты плачешь? Принеси салфетки. Вытри слезы, а то еще тушь потечет. Спасибо. Я испортила купюру? Кажется, я уже успокоилась. Зоуи, это тебе. Я могу это надеть? Конечно, тебе очень идет. Ты выглядишь как маленькая принцесса. Я в восторге. Рад, что смог угодить. Возьми, купи себе что хочешь. Так вот, какая она богатая жизнь. У меня ведь никогда такого не было. Неужели я снова вернулась к нищете? Я к этому не готова. Ты побледнела. Все в порядке? Да, да. Кое-что показалось. Возьми поп-ит. Он поможет успокоиться. Спасибо. Я покажу тебе нашу коллекцию золотых антистресс-игрушек. Кажется, мистер Майерс спрятал это где-то здесь. Не то. Нашла? Не забудь подписаться. А здесь находится одна из самых крутых и прибыльных свалок нашей страны. Как интересно. Что вы делаете? Позируем. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Или это запрещено? Но у меня нет смартфона. На что мне фотографировать? Пальцами ведь. А, точно! И как я сразу не додумался. Приготовьтесь. Сделано. Ой, какая яркая вспышка. По окончании экскурсии вы можете взять на память любой мусорный пакет. Давай возьмем этот. Ого! Спасибо, до свидания. Пит, мы теперь богаты. Постой. Это купюра в $0. Он нас обманул. Тише, тише. Пора идти на ферму. Собирать яйца и молоко. Может, в холодильнике хоть вода найдется. Ого, как много здесь еды. Этим же можно целую семью накормить. И на ферму не ехать. Сейчас приготовлю всем завтрак. Это что за фрукт? Какой-то он пресный. Стоп, а зачем им столько посуды? Здесь же обычно живет 2 человека. Ай, чуть ноготь не сломала. Точно. Хорошо, что у богатых дома есть нож. Будучи бедной, Зоуи привыкла всегда все делать сама. Готовить, убирать, стирать. И дом Майерсов для нее не исключение. Готово. Выглядит съедобно. Интересно, кто это так рано пришел? Доброе утро. Доставка завтраков. Спасибо. До свидания.
Похоже, я зря старалась. Здравствуйте. Я всегда мечтала сходить в кино. Ну, хорошо, хорошо. 3D-очки! Спецэффекты! Не могу дождаться! Спокойней, пожалуйста. Нам нужны лучшие места. Вот наши билеты. Извините, но лучшие места уже заняты, там полный зал. Я так долго ждала выхода этого фильма. Сейчас я что-то придумаю. Вот, у нас есть VIP-билеты. Простите, но нет, там нет мест. Мы будем жаловаться. Богатые не привыкли сдаваться. Вы поймите, что мне делать с теми людьми? Зря вы нам отказываете. Смотрите, там кто-то богаче вас. Этого не может быть. Там же какие-то бедняки. Вам явно показалось. Прошу, проходите в VIP-зал для супер-классных родителей и их не очень богатой дочки. Приятного просмотра. С этого бы и начали. О, да. Надеюсь, им понравится в кладовке. Кажется, мне лучше уйти. А ты не забыл поставить лайк? Мне не нравится спать не в коробке. Кто вы? Зачем вам эта вещь в руках? Ой, привет, я домработница. Каждый день здесь убираю. Вы тогда наверняка устали. Присядьте, отдохните. Но уборка, я сама со всем справлюсь. Стойте, не надо. Я все сделаю. У меня нет другого выбора. Придется отдыхать. Спасибо этой девочке. Не волнуйтесь, я почти закончила. О, нет. Софья, как это понимать? Почему? Зоуи делает твою работу. За что мы тебе платим? Вы все неправильно поняли. Эй, может, надо еще с чем-то помочь? И что нам с ней делать? Отучивать от бедных привычек. Вау, мы зарезервировали тут столик. Все прямо как в кино. Официант. Добрый день, вот меню. Мечтаю попробовать наггетсы. Мы будем, пожалуй, вот это. Извините, вы не поняли. Нужно открыть меню. Извините, это вы не поняли. Нам все меню. Ой, хорошо. Прошу прощения. О, нет. Зачем? Наконец-то. Здесь работает лучший шеф-повар в городе. Я не хочу. Солнце, что не так? У тебя аллергия на какое-то блюдо? Это же сколько посуды нам придется мыть. Я не хочу этого делать. Посуду мыть не придется. Можешь есть все, что хочешь. Мы заплатим. Тогда попробую это, пожалуй. Блаженство. Странная еда. Наверняка без кетчупа будет невкусно. Ой, Зоуи! Мои зубы! Ох, бедняжка. Так, дорогая, дыши глубже. Десерт? Ой, не переживай, мы купим тебе зубы еще лучше, чем эти. Можете проверить результат. Ух ты, теперь моя улыбка выглядит дорого. Что может быть лучше шопинга? Ничего. Мама, папа, вы вернулись! Как все прошло? Приветик, это было замечательно. Мы привезли сувениры. Класс. Это тебе. Не стоило так утруждать себя. Спасибо. Зоуи, во что это ты одета? Вообще-то, мама, я теперь голубых кровей.
просто шутка. Мы по тебе очень скучали. И я по вам. Спасибо за все. Вы очень классные. Пока. Я буду по ней скучать. Как вам выпуск? Пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели новый ролик. До встречи!